Обсудили прозрачность выборного процесса с общественными наблюдателями из муниципальных районов Самарской области. В Центре общественного наблюдения за выборами прошла видеоконференция. В ней приняли участие член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Екатерина Смарода, председатель общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Вадим Чумак и уполномоченный по правам человека Ольга Гольцова. Представители из муниципалитетов рассказали, как обстоят дела на их участках. Отметили высокий процент явки избирателей. Здравствуйте. Рассказывайте. Доброго дня, коллеги. Как ситуация в вашем городе? Ну, у нас, как всегда, очень добродушно и весело. Работа общественной горячей линии с избирателями также находится под контролем. Специалисты отвечают на разные вопросы о проходящих выборах. Это профессиональные юристы, что немаловажно, которые могут дать и профессиональную консультацию с точки зрения действующего законодательства, как избирательные права можно свои реализовать. Вместе с этим они принимают еще и различные организационные вопросы. Где находится избирательный участок, есть ли человек в списках, грамотно очень координируют действия вместе с территориальными избирательными комиссиями, при необходимости с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти. Также в ходе видеоконференции обсудили процедуру голосования на дому. Это способ участия в выборах для избирателей, которые по уважительным причинам не могут посетить свой участок. Повышенное внимание уделяется и голосованию в местах лишения свободы. Люди, которые находятся сегодня в ограниченной свободе и в ограниченном передвижении, но имеют право избирать, сегодня понимают, за кого они голосуют. У них есть все раздаточные и выборные материалы, каждому розданы. В штабе видеонаблюдения созданы все условия, чтобы картинка с участков поступала на мониторы без перебоев и искажений в высоком качестве. Также наготове и технический персонал. Всю информацию о замеченных нарушениях здесь тщательно перепроверяют. У нас очень квалифицированная команда в штабе в нашем по наблюдению из профессиональных юристов. Мы отрабатывали эти сигналы и давали в результате квалифицированные ответы. И наши специалисты приходили к выводу, что все это не соответствует действительности или это фейки. Центр общественного видеонаблюдения работает круглосуточно на протяжении всех дней голосования. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.